Ты никчемный злак. Мне приятно снова и снова брать над тобой верх, доктор Блэк. Тебе не наскучило быть в неудачниках? Еще как наскучило. Поэтому я и заманил тебя сюда. Думаешь, на этот раз тебе улыбнется удача? Не думаю, знаю. Успокойся, Берпи. Еще успеешь себя проявить. Итак, может, расскажешь, в чем, собственно, дело, или мне догадываться самому? У меня идея получше. Уилл Шейн, я тебя покажу. Это Слак? Что ты с ним сотворил? Я над ним поработал, усовершенствовал. А цель — покончить с тобой. Вот это силища! Я и представить себе не мог! Ты и представить себе не можешь, что ты натворил! Эксперименты с ДНК слагов приведут нашу землю к гибели! Блэк! Прекрати это! Ты должен остановить это! Блэк! Блэк! Найди моего сына! Найди Элая! Передай ему это письмо! Давай же! Что ты тут делаешь? Это ведь папа, да? Дорогой Элай, если ты читаешь это письмо, значит, я пал, защищая Слактеру. Это одна из множества опасностей, которая подстерегает того, кто стоит на ее страже. Ты и сам столкнешься с ней лицом к лицу, если решишь пойти по моим стопам. Многие из Шейнов проделывали этот путь до тебя. Если и ты выберешь его, помни о том, что ты мне обещал. Пока мне не исполнится 15. Я тебе все поведал о своих приключениях в Слактере, и у тебя самого накопился уже приличный опыт. Попасть туда совсем несложно. Выбраться оттуда наверх – задача не из легких. Если ты все же решишься на это путешествие, помни, что ты приобретаешь билет в один конец, и тебе придется самому отыскивать путь обратно. Знаю, твое первое путешествие в подземный мир мы собирались совершить вместе, но тебе придется сделать это в одиночку. Я столько всего уже рассказал тебе о Слактере, но знай, это всего лишь верхушка огромного айсберга. Ты будешь двигаться по направлению к ядру Земли со скоростью более сотни миль, к месту, которое посчастливилось увидеть только немногим избранным. Тебе ничего не угрожает. Просто держись крепче. Готов, Берпи? Подземный мир, часть первая. Это просто потрясно! Больно. Ух ты, Слактера. Подземный мир. Наконец-то я здесь. Когда ты попадешь на место, ты обнаружишь пристанище Шейнов недалеко оттуда, где ты приземлишься. Готов увидеть новый дом, Берпи?
Ну и беспорядок. Внутри ты найдешь все, что тебе понадобится для того, чтобы оберегать мир и покой на этой земле. Сменим прикид на новой барпе. В техническом отсеке тебя будет ждать твой собственный железный конь. С днем рождения, сынок. Спасибо, пап. Хотя я ожидал увидеть нечто покруче. Неплохо. Модель ЛКИ. Мы будем звать тебя Лаки. Я обычно держу пару дополнительных бластеров, но вот слагов тебе придется добывать самому. Это и будет твоей основной задачей, Элай. Без них тут никуда. Ты узнаешь, что они нечто большее, чем просто боеприпасы. А? Не стреляйте! Ой, не стреляйте! Кто ты? Кто я такой? Вопрос, кто ты такой? Я первый спросил. И у меня в руках бластер. Вижу, ты столь же умен, что и я, молодой человек. Пронто, к вашим услугам. Одаренный исследователь, охотник. Кладезь талантов. Странно, отец о тебе ничего не рассказывал. Отец? Твой отец Уилл Шейн? Что ж, у меня есть этому простое объяснение. Ладно. Я никогда не встречался с Уиллом Шейном. Но если бы мы встретились, о-хо-хо, можешь быть уверен, он бы умолял меня присоединиться к его команде, что и следует сделать тебе. Какой прок от Шейна, у которого нет проводника? Да ну, отец ничего не говорил мне о том, что понадобится проводник. Что ж, мечте конец. Возможно, мы еще встретимся, если, конечно, тебе удастся пройти каменные пещеры. А? Северные пещеры или пещеры палящих искр. А знаешь, проводник нам не помешал бы. Да, да. А ты принял мудрое решение, юный Шейн. Меня зовут Элай. Хорошее имя. Легко выговорить. Итак, юный Элай, ты не пожалеешь. Хорошо. Я здесь для того, чтобы бороться со злом, и наше первое задание — раздобыть немного слагов. Ну, будучи Шейном, ты располагаешь внушительным арсеналом слагов. Покажи мне их. Да-да, ты очень милый, но... где же остальные? Остальных нет. Но Берпи у меня супер. У тебя только один слаг? Тебе придется отвоевать себе парочку опытных особей, и я, кажется, знаю одно место. Это маленький местечковый турнир. Для Шейна не составит труда держать победу. Что там за задержка? Нам нужны слаги. Кое-что сделаем, прежде чем отправимся туда. Я мечтал об этом всю жизнь. Мечтал о чем? Палить из бластера слагами? Именно. Готов, Берпи? Адский слаг. Ух ты! Давай, Берпи! Итак, как привести эту штуковину в движение? Стая флоринго! Смотри, Берпи! Ты что, даешь своим слагам имена? А ты нет? Прекрати это, никчемное создание! Видимо, это и есть имя. Знаешь, у меня очень развит талант наблюдателя, и мне кажется, что многие вещи здесь для тебя непривычны. Я вырос в самом секретном убежище Шейнов. Оно, правда, совсем на отшибе, только Шейны знают о нем. О да, разумеется. У Шейнов много секретов, но самый важный из них — это то, откуда ты родом. Никто не должен узнать о жизни на поверхности, Элай. Слишком много опасностей по обе стороны. Лучше, чтобы эти два мира не пересекались. Так в чем там дело, Пронто? Не смотри туда, продолжай движение. Кажется, этому парню не помешает помощь. Теперь, когда больше нет Шейна, который охранял наш покой в пещерах с Лактеры, стало небезопасно. Ну, теперь у вас снова есть Шейн. Это не наше дело. Уверен, ты согласишься, что мудрый герой сам выбирает себе противника. Это все, что у тебя есть? Парочка жалких флоперов! Тебе лучше уйти. Ха,
Этот парень мне кое-что задолжал. Если только ты не сам Уилл Шейн, лучше проходи мимо. Уилл Шейн мой отец, а я следую по его стопам. О, да неужели? Уилл Шейна мы побаивались. А ты молокосос. Да, я молокосос с бластером в руках. Хочешь испробовать на себе? Видимо, это согласие. Спасибо, Пронто! Какой еще Пронто? Не стоит благодарности. Знаешь, на дороге полно таких бандитов. Тебе надо быть поосторожней. Постой! Ты кто? Вот ты где! Усовершишь правосудие, как я вижу. Держись подальше от этого парня. Одного бластера и коротышки крота недостаточно, чтобы стать Шейном, молокосос. Я думал, быть Шейном это что-то значит. А этот парень всего лишь посмеялся. Если ты хочешь добиться уважения, ты должен заслужить его на поле брани, как храбрец Пронто. Если ты одержишь победу в этом турнире, люди узнают, что Шейн вернулся, чтобы сражаться за правду. А если я проиграю? Снова воцарится хаос, и за тобой навсегда закрепится слава безнадежного воина. Но ведь это не случится, потому что победа у тебя в кармане. Шейн, вы посмотрите. Он возомнил себя Шейном. Ладно. Ты последний в отборочном туре. Удачи, она тебе пригодится. Отборочный тур? Одна крошечная дуэлька, чтобы попасть в турнир. Не о чем волноваться. Это здорово. Будет круто, наконец, с кем-то сразиться один на один. Что? Ты никогда не дрался на дуэли? Но ведь ты Шейн. Да, долго рассказывать. К тому же мы ведь не хотим, чтобы об этом узнали остальные участники. Нет, конечно, нет. Мне срочно нужно найти тебе спарринг-партнера, я мигом. Извини, ты у меня в кадре. А, привет, это ты. Спасибо еще раз. Ну, ты знаешь. Что, я прикрыла тебя? Это будет нашим маленьким секретом. Что ж, я твой должник, я Элай. Трикси, ты сказал тому парню, что ты Шейн. Это правда? Да, я здесь, чтобы раздобыть парочку слагов, а потом отправлюсь бороться со злодеями, ну и все такое. Зачем тебе камера? Я снимаю соревнования. Ищу что-нибудь такое, что меня вдохновит. Уху! Уху! Кто это? Джон Булл. Если нужно заполучить слагов, надо сразиться с ним. Я не обнаружила у него ни одного уязвимого места. Кроме того, что он просто тут. А ты разве не должен сейчас тренироваться? Да, мой друг сейчас ищет мне партнера попроще. Если только тебя это не заинтересует. И выдать тебе все свои приемчики? Ну уж нет. Я лучше буду изучать твои. К тому же, мне кажется, твой друг уже кого-то нашел. Элай Шейн, познакомься, Корч Зейн. Что скажешь? Думаю, что это будет очень-очень больно. Ты сказал, что я буду драться с Шейном, а это всего лишь мальчишка. А ты пещерный тролль. Дай-ка я догадаюсь, ты ведь тоже не хочешь со мной драться. Шутишь? Всегда мечтал повстречать пещерного тролля. Самые верные, честные и смелые существа – пещерные тролли. Так всегда мой отец говорил. Сразу видно, он много времени провел в моем обществе. Уилл Шейн так сказал. Ха-ха, иди сюда! Как я понимаю, дуэли мне не избежать. Выбирай. Флопперы? Ха, отлично! Что? Отлично? Да они бесполезные. Любой слаг пригодится. Так что ты знаешь о дуэлях? А что тут знать? Выбираешь слага, потом заряжаешь и стреляешь. Когда он достигает скорости 100 миль в час, он преобразуется в энергию. Придерживаешься этой тактики, пока противник не сдастся. Отец 100 раз мне это объяснял. Ну да, объяснять одно, а драться другое. В этом состязании, если ты побеждаешь, ты забираешь любого слага у своего противника. И если ты проиграешь на любом из этапов, даже отборочном... Я могу потерять Берпи? Ты действительно готов все поставить на карту? У меня ведь нет особого выбора. Нет. Нет! Так нечестно! Я не подготовился! В этом смысл, ты должен всегда быть начеку! Стань боком!
слагом, так в тебя будет сложнее попасть. Неужели ты не понимаешь, что помогаешь сопернику? Как мило. Он думает, он кому-то соперник. Поехали! Неплохо, Не надо каждый раз целиться в соперника. Постарайся его сбить с толку, запутать. А, то есть как-то так? Да, именно об этом я и говорю. Да, теперь я вижу перед собой Элай Шейна, которого я знал, ну, в смысле, недавно встретил. Неплохой ход. А это мой запоздалый ответный ход. Как так? Ты никогда не был на дуэли? Я обещал кое-что отцу, что я не начну драться, пока мне не исполнится 15. Дай-ка я догадаюсь. С днем рождения? Вчера. У меня хорошее предчувствие относительно тебя. Может, у тебя и маловато опыта, но вот напора у тебя хоть отбавляй. Так что, по-твоему, я готов? Определенно. Нет. Ты справишься. На самом деле, мне даже жаль того простофилю, с кем тебе придется сражаться. Помнишь, что я тебе сказал про то, что мне жалко твоего противника? Я беру слова обратно. Ты будешь сражаться с электрошокером. Еще не поздно отказаться, пока ты жив, Шейн. Он тебя в порошок сотрет. Да ладно вам, ребята, он не так уж и крут. Что скажешь, Бэт? Он использует исключительно электрослагов, и насколько я могу судить, он довольно однообразен. Нужен прием. У меня есть парочка своих приемчиков. Да? Да, конечно. У тебя есть приемчики? Слушайте, я в порядке, я уверен. Ну, дает. Он живого места не оставит на своей мишени. Знаешь, электрослаги очень крутые, но иногда и они дают промах, если их слишком перегрузили. Да неужели? Говорят, что ты Шейн. Так и есть. И все, что у тебя есть, это фларинга и парочка флопперов. Да. Ты либо тупой, либо с ума спятил. А есть еще варианты ответа? Поехали! Еще рано, Берпи. У тебя еще будет возможность. Сделай это. Почему он не использует свой потенциал? Элай, ты никогда не победишь, используя флоппер! Нет, постой! Думаю, я знаю, что он делает. Ты созрел для небольшого разряда, сопляк! Еще немного. Он ждал, пока один из его слагов даст промах. Итак, Берпи, давай! Убери его! Убери! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Все! Хватит! Победите! Элай Шейн, победите! Мы сделали это? Да! Похоже, ты и вправду Шейн. Электрошокер, давай-ка дуй сюда. Да-да. Выбирай любого. Хо-хо-хо, у него отличные бойцы, Элай. Эй, давай-ка поразмыслим. Нет, Корт, у меня есть идея получше.
Кто из вас, ребята, хочет пойти со мной? Меня зовут Шейн, так что как только соревнования окончатся, вас будет ждать жизнь полная приключений. Что? Ты спрашиваешь слагов? Никто их не спрашивает. Добро пожаловать в команду, малыш. Как тебе нравится имя Джулс? А это Берби. Ты просто чудо. Но теперь, когда ты вступил в соревнование... Не жди, что мы будем делать тебе поблажки. Мы все хотим победить. И вам лучше поторопиться. Первый раунд начнется сегодня в пещере палящих искр. А сразиться придется с ними. Доктор Блэк, вы должны это видеть. Это видеозапись матча слагометов, что проходил в пещере. Почему меня должна заинтересовать подобная чушь? Потому что один из них называет себя Элай Шейн. Думаете, он как-то связан? Что ж, даже если и так, мы знаем, как бороться с этими Шейнами. Их было уже немало. Слагтерра. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаф Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Пун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году.